Привет всем, друзья! В этом видео покажу и расскажу, как сделать своими руками из пластиковых бутылок отпугиватель кротов и птиц. За основу самоделки взял 4 пластиковые 5-литровые бутылки. Их необходимо вырезать, как показано на видео. Будем использовать только нижние части. Верхние части бутылок больше не понадобятся. Теперь нужен будет кусок оргалита. На нем надо нарисовать квадрат. Нарисованный квадрат надо лобзиком выпилить. Маленькими саморезами нижние части бутылок нужно прикрутить к куску оргалита, как показано на видео. От деревянного бруска надо отпилить кубик. Ровно в центре кубика нужно просверлить сквозное отверстие. Деревянный кубик нужно приложить в центре квадрата. Через кубик просверлить сквозное отверстие. Конструкцию нужно аккуратно перевернуть, чтобы отверстия не сместились. Возле просверленного отверстия через оргалит саморезами оргалит к кубику прикрутить. Ровно по центру бруса надо просверлить отверстие. На проволоку нанизать шайбу с гайкой, они выполнят роль подшипника, и проволоку вставить в просверленное отверстие бруса. Ветряк через кубик на проволоку нанизать. Самоделка готова, пришло время испытаний. Достаточно брус воткнуть в землю, и уже при небольшом ветре ветряк начал свою работу. Очень быстрым вращением отпугивает птиц. Передающиеся вибрации с шумом по брусу в землю отпугивает кротов. Эту самоделку сделать своими руками не составляет никакого труда, а пользы от нее очень много. Кому такая хитрость и идея для самоделки была интересна, оцените лайком, не забудьте подписаться. Всем удачи и добра!